После посещения Олегом Богомоловым Лебяжевской центральной районной больницы ремонтные работы сдвинулись с мертвой точки. Им было увеличено количество рабочих, занятых на объекте. Об этом доложил глава района Владимир Гусев в ходе совещания у губернатора области в понедельник 8 октября. Однако генеральный подрядчик не спешит выполнять свои обязательства и устранять замечания, выявленные строительным контролем. Вновь в качестве основного аргумента, озвученного за генподрядчика, который на совещание не явился, была выдвинута нехватка средств. Я был на объекте, там конь не валялся. Там технических замечаний, значит, замечаний были по качеству исполнения работы, по всему остальному. Я же вам показывал все, что там. Недоделки надо было устранять. Три недели прошло с того момента. Так устранили замечания, которые, значит, технадзор записал. Закрыли их, привезли документы и давно бы уже получили деньги. Какие проблемы-то? Отстранить недобросовестного подрядчика от работ сейчас не представляется возможным. Для того, чтобы ремонт хирургического отделения завершился и жители района могли получать необходимую врачебную помощь, губернатор поручил региональному департаменту здравоохранения, главе района и главному врачу больницы приложить все необходимые усилия. Сделайте все, чтобы документы были представлены, для того, чтобы мы могли оплатить выполненные объемы работ, Владимир Николаевич. Авансировать мы ничего не будем. Что значит проавансировать? 500 тысяч нам отдайте? На какие цели? В связи с чем? 3 недели прошло. Съездил, посмотрел, сказали с Михаилом Александровичем, замечания были. Оформите все, передайте КСК. И мы вам оплатим.